С поражения начала весеннюю часть первенства ФНЛ Нижегородская «Волга». Команда Андрея Талалаева играла на выезде с Астраханским «Волгарем». В обороне нижегородского клуба произошли серьезные изменения. Наконец-то дебютировал в этом сезоне Андрей Буйволов, который занял место Жестокого, а Полянина заменил полузащитник Суханов. Возможно, именно отсутствие основных игроков обороны и сказалось на игре. Хозяева атаковали активнее, несколько раз били в каркас ворот. Но удар Коломиченко на 57-й минуте оказался голевым. Отметим, что в этом эпизоде грубо ошибся голкипер «Волжан» Михаил Комаров. 1-0 поражение «Волги». «Волжане» опустились на 10-ю строчку турнирной таблицы. Следующий матч в среду на нижегородском стадионе «Локомотив». Соперником сине-бело-голубых выступит «Газовик».